Ритуал от врагов и беды на там памятник и вино к правителям бездны. Идите по темноте к красивому памятнику, лучше из черного камня. Взять две красных свечи в красных стеклянных подсвечниках, зажечь и бокал для красного полусладкого вина. А там налить вино так, чтобы оно потекло по надгробию, сказать. Алая кровь в стекле пенится и горит. Князья и правители бездны, вам жертву приношу. Алая кровь кипит в огне. Кровь кипит и пенится в бокале. Враг мой на костре горит, и беда моя тоже горит и кипит. Жертву вам вознес огнем и кровью. Услышьте меня. А там показать, после воткнуть в землю или в снег, около этого памятника, вогнать его в землю полностью, сказать: душу врага вам ваш ад посылаю, и мою беду в землю вгоняю. Беда на кладбище останется, а там ее удержит навек. Враг мой в аду окажется. Его примите, не отпустите. Пламенем прошу и заклинаю. И рассказать, в чем тут дело. Враг вас больше не побеспокоит. Беда исчезнет. Делать этот ритуал только по самым крайним случаям. Тут действительно по самым крайним. На очень сильную обиду.